Итак, доброе утро. Сегодня настроение получше. Спасибо всем за положительные комментарии. Отрицательных почти не было. И даже политики в основном не было. Еще пока не забыла, те, кто в Харькове, можете мне написать, как вам слышна сирена? Мне просто интересно, потому что у нас каждый раз слышна по-разному. То есть иногда мы слышим это очень отдаленно, прям еле-еле-еле, иногда вообще не слышим, а иногда слышим очень близко. И вот мы как-то решили, что если сирена близко, то, соответственно, надо выходить. Если сирена далеко, то, может, это нас не касается. Ну, просто напишите. Спасибо. Ну и похвастаюсь платьем, что я не девочка, что ли. Война войной, а все по расписанию. Так, вышито платьице. Вот так оно выглядит. Оно льняное. Мы брали его на определенное мероприятие, но и сейчас по редким случаям я хожу. Так что так. Вот сюда прилетала ракета, но уже часть восстановили, часть видно. Заходим на Шота Руставели, Укрпочта, на углу столовая. Кто здесь живет, вы можете посмотреть. Вот по Шота Руставели здесь все цело. Хотя, несмотря на то, что сам протон, вот, если видите, вот, для тех, кто не верит, что у нас что-то происходит, вот вам доказательство. Все без окон, но это уже все расчистили. Так, ну а домики, тут музыкальная школа. Прикольно, что вот здание то все пострадало, окна вылетели, а вот новострой здесь, в принципе, все цело. И для тех скептиков, кто говорит, что у нас в городе ничего не работает, город в ужасающем состоянии, вы можете видеть, чинят дороги, коммунальщики работают, все работает. Ну, кроме музыкальной школы, конечно. Вот идем. Видите, рядом что-то построили, микротек современное, а рядом такое здание явно довоенное. Его бы отреставрировать. Наверху, смотрите, я не знаю, как правильно это называется. Как это, не знаешь, называется? Юг-север на крышах устанавливали. Сейчас ближе покажу. Точно сохранилось. Вон, смотрите, видно? А, то для ветра. А то Да, что это? ветер показывает, ну, Юг, север, запад, запад-восток, восток-восток. север, юг. Ну, типа компаса на крыше. Кто знает, напишите, я не знаю, что это такое. Ну, вот здание. Ветер дует и покажет, откуда ветер дует. Да, их бы все реставрировать, конечно, привести в соответствие и будет красиво. Вон у кого-то розы цветут. Вот все работает, СТО работает, заправки работают. Это будет по-любому работать. Да. Так что вот так. Кто узнал свой дом, пожалуйста. Идем дальше. Пошел Таруставели. Здесь вообще, посмотрите, какие домики. Если бы на них висели таблички, какого они года. Не, ну да, их переделывают. Вот двухэтажечка. Ну, а дальше уже дворики такие. Все старинное. Ну, люди живут, но много сдано уже под офисные здания. Люди цветочки садят. Будьте посидеть вообще отлично. Ну, а мы идем в роддом. Кто здесь живет, но ну, магазин цветов не работает, констовары не работают, и на углу, по-моему, аптека не работает. То есть, в принципе, да и людей здесь мало. Ну ничего. 11-я больница, не поликлиника, точно работает. А не, люди идут, значит, аптека открылась.